«Газпромбанк» объявил об успешном испытании компьютеров «Квантум». По данным News BTC, ведущий российский банк работает над внедрением той же или отредактированной версии блокчейн в других банках по всей стране и за ее пределами. Новый блокчейн включает в себя комбинацию распределения квантовых ключей. Они будут заменять традиционные цифровые подписи, чтобы гарантировать надежность блокчейна в будущем.